Итак, стоянка в очереди через Босфор в Турции происходит следующим образом. Корабли стоят, бросив якорь в воду, и ждут своей очереди. Чаще всего заметны особи красного цвета, поскольку красный цвет – флаг Турции. А флаг Турции на корабле означает быстрый пропуск. Стоят самые различные, от мелких катеров до огромных, огроменных барж с грузом. Ну и куда же без парка? В парке на берегу моря есть только в Турции.